Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, у кого-то добрый день. Наша планета круглая, и поэтому у кого что. Я вас категорически приветствую. День сегодня, ну, в Петербурге необычный. Симон Маринов, Болгария, самый первый с нами. Вот, Симон, привет. Михаил Якупов, Наталья Крайнова. Отлично. Виктор Новицкий, Варченко Марина, Юрий Симаков. Слушай, у Варченко, по-моему, день рождения, либо вчера, либо сегодня. Марина, привет, я поздравляю от всего нормального человечества. Вот. Желаю вам всем здоровья, счастья, чтобы у тебя все было клево. Собакину отдельный привет. Так, что у нас? Казбек Айтукаев. Отлично, Казбек. Виктор Новицкий, привет, пишет. Привет. Ну что, друзья, я думаю, что растягивать долго приветствие не будем. День был сложный, день был странный. Сегодня у нас был митинг, опять же, митинг против пенсионной реформы. То есть реформы назвать это сложно, это против пенсионной кражи. То есть то, что мы накопили, скажем так, мои ровесники плюс-минус более-менее накопили за всю жизнь, их стырили, потому что не хватает нам на яхты, не хватает людям, понимаете, не хватает на острова и так далее. Вот. И сегодня мы прошли очень здорово от Финляндского вокзала до... Лен, куда мы дошли? До сада Свердлова. До сада Свердлова, где дольщики сделали митинг со своим... Обманутые дольщики, обманутые у которых дольщики. Тоже украли кучу. Ну, в общем, у всех все украли. Вот, и я пообещал, что сегодня будет скрепная песня. Вот, и скрепная песня таки будет. Песня скрепная, я так подумал, когда-то у нас решался вопрос о гимне Российской Федерации. Я вот как вариант гимн правительства Российской Федерации, гимн правительства Петербурга, написано давно, я сейчас спел, послушал, самому понравилось. Для вас спою, как будто вчера написано. Исполняется с гордостью, была написана для Кобзона, но он не успел ее спеть. Мы знаем, так, поставленным голосом таким быть. С особой гордостью. Где-нибудь на большом-большом стадионе, при течении народа, там типа после инаугурации какой-нибудь. Легла ты от края до края, любимая наша страна. Россия страна воровская, другая ты нам не нужна. В Эстоны глаза закрываю, пошла бы Америка на. Когда у меня есть такая... Моя воровская страна. Это просто страсть, страсть, страсть. Это просто страсть. Если ты проснулся здесь, то сумею украсть. Не успел огонь, возьми двухмиллион. Доску или гвоздь, гвоздь, гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. И нафиг нам берег турецкий. И Африка нафиг нужна, навеки осталась советской, моя воровская страна. В Китае там все отрубают, там нас не поймут ни хрена. В России воров уважают, здесь воры посылают всех на. И это просто страсть, 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 это просто страсть. Если ты проснулся здесь, то сумей украсть. Не успел вагон, возьми двухмиллион. Доску или гвоздь, 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 ты здесь хозяин, а не гость. Дальше идет соло такое. Дима Медведев пускай дает потанцевать. С ним балует. Разумеется, и Вова выскакивает, и Алина. Ну и золото в первых рядах. Ну и солнце закончилось. Мы 20 лет без урожая, к чертям опустели поля. Но Россия страна воровская, любимая наша земля. И все же Господь уважает, Господь нас не станет бросать. Он нефтью обильно снабжает. Зачем? Что было чего воровать? Это просто страсть, страсть, страсть. Это просто страсть. Надо бы во власть, 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 чтобы больше красть. Звезды на погон, глядишь, стрелял миллион. И менты, и суд, суд, суд сами занесут.
огне истощайся, халява, и пусть процветает она, моя воровская держава, великая наша страна. Тут падают десантники с неба, бегут пионеры, и вся кремлевская головиня салюты, все еще братание и скрепление. Вот такой гимн был предложен. Но его, к сожалению, не одобрили. Хотя, мне кажется, достаточно так что, реальная песня. Ну вот, друзья, пожалуйста, поскольку над нами глумятся, как могут, уж вы-то напишите, что думаете по этому поводу, по этой песне, подписывайтесь на наш канал. Ирма Палагина, Ришат Гатаулин, Маша Горбач присоединилась. Ага, теперь с нами, да? Да, Прудникова Елена, Алла Угрюмова, Марина Лукьянец, Андрей Кучер, Алекс Лисовский. Ага. Наш верный друг. Да, на Германии, Дойчланд. Everybody. Так, ну все, ребята, наверное, больше сказать-то нечего, да? Давай как держаться, как-то общаться. Пишите, как это было видно, как это было слышно. Песня 21 вот ближе к зиме, я надеюсь, будет чаще выходить в эфир. Алекс Лисовский пишет, мы танцуем, нам в Германии тоже недолго осталось. Да ладно. Татьяна Перлова, Василий Марущак, браво, пишет, Ирма Палагина. Спасибо, друзья. Спасибо. Ну, на самом деле, действительно, какая-то абсурдная ситуация. В полном абсурде мы сейчас находимся, в полной оккупации. То есть, как бы, когда за флаг Российской Федерации людей хватают и тащат в автозак. Да. Это было. Мы это с вами было... снимали это неделю да, назад на видео. Это на видео существует. Просто человек выходит с флагом Российской Федерации, его и налетают люди пели. В костюмах. И... А, я поняла. Они пели неправильный гимн. Да. Они... Вот реальный гимн, пожалуйста, дарю. Можно обсуждать его как. Текст кинем. И даже, кстати говоря, где-то есть более-менее студийная запись. Песня настолько старая. Вот, настолько старая, что я сам удивился, как она сегодня совпадает с тем, что написано. Ну, если больше вы чего не хотите на сегодня, то... Они-то хотят, но они подождут еще да. недельку. В каждый раз я исполняю одну единственную свою песню. Вот. Я надеюсь, что в следующую неделю что-нибудь другое. Песни не повторяются. Да, песни не повторяются никогда просто. Программе. Все, не спасибо, вижу лайки. Не повторяется такое никогда. Не повторяю. Но это уже пошла от себя, Тина. Я такой это у тебя пошла песня в 22 уже. 22. Потом песню 22 придумайте, потому что песни, которые не я написал. А пока так те, которые я. Так, сегодня был гимн Российской Федерации, проект гимна Российской Федерации. Вот. Не одобренный, к сожалению. Вот. Все. Хорошего вечера, друзья. Оператор эфира Елена Пичук. Другого у нас оператора нет. Давайте скажем ей спасибо. Там. Вам спасибо. И вам спасибо. Рассказывайте друзьям, присоединяйтесь, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Мы туда тоже все выкладываем. Хорошей осени. До свидания. Меньше штормов в Пуэрто-Рико. Пока. Пока.